Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал под ваш коленар 100 мм, диафрагма 2,8 до 45. Почему до 45? Вы поймете, когда прочитаете описание таблицы поправок. На советских объективах камеры Nikon не могут отработать правильное значение диафрагмы. То есть 2,8 и 4,5 будут отрабатываться правильно, а дальше нужно будет вводить поправки. Таблицы поправок я вам также пришлю в личных сообщениях. Вот он, ваш одуванчик. Сейчас я его наклею на двухсторонний скотч, упакую и пришлю к вам. Спасибо за внимание.